празднику «Весны и труда» и 73-й годовщине Великой Победы город-герой начал готовиться заблаговременно. Первым делом начали с наведения санитарного порядка на улицах. Генеральная уборка проходит не только на центральных улицах, но полным ходом идет и во дворах. Сегодня идет активная работа по подготовке празднования 1-9 мая. Конечно, это большой праздник для нашего города. Помимо основного мероприятия, демонстрация 1 мая, которая пройдет в 10 часов, запланировано ряд других мероприятий. Это работа тематических точек, ярмарок, концертных площадок. В течение дня мы будем радовать жителей города, в том числе и от детского населения до взрослого населения. Это будет у нас и на территории парковой аллеи, на территории морского вокзала, в парковых территориях. То есть практически все основные места скопления граждан. Ну и, конечно, в рамках 9 мая сегодня идет активная работа по благоустройству и наведению санитарного порядка на объектах культурного наследия. Практически все 180 памятников на сегодняшний момент практически готовы. Выполнены все необходимые ремонтные работы, работы по благоустройству и наведению санитарного порядка на братских могилах, на памятниках. В рамках майских праздников запланировано больше 50 мероприятий. 9 мая наша страна отметит главный праздник страны. Атмосфера этого величественного дня создается усилиями многих. Это и встречи с ветеранами, школьные часы, спортивные состязания, митинги у памятных мест. Активисты проведут десятки патриотических акций. Пройдут у нас вахты памяти, пройдут у нас традиционные линейки, пройдут митинги памяти, памятные часы. Также у нас 8 числа пройдет концерт «Реквием» на площади героев. Пройдут мероприятия «Герои помним имена», закладка капсулы с именами погибшими в мемориале «Малая земля». Ну и традиционно мы, как единственный город-герой на Кубани, проводим парад победы на территории улицы Советов. Помимо тех военных единиц, которые будут задействованы в параде, тех военных войск, у нас запланировано, конечно, российское мероприятие масштабное, патриотическое, это «Бессмертный полк», который в этом году набирает обороты. Все завершается массовым праздником на территории морского вокзала. Это и дневное, и вечернее, и ночное мероприятие. Все завершается в 20:00 праздничным салютом и фейерверком. Приглашаем всех жителей города посещать наши праздничные мероприятия. Всех с наступающим праздником, счастья, мира, добра!